Вспоминайте ситуации, когда вы придумывали свой путь решения проблемы, и у вас это получилось. Так, вот он, отмахнулся. Что вы можете сказать после того, как мы разобрали с вами некоторые моменты? О чем этот мультфильм? Просто как бы не надо спорить лучше. Не надо спорить. Не надо спорить и пытаться найти собственный выход из этой ситуации. Надо... этот мультфильм о том, что надо находить, ну, понимать, не выбирать там то или то, а вот свой вариант найти. Спасибо. Да, спасибо.